Бессонная. Смотрите, как красиво ножку вытянул. Там смотрят акробаты, говорит. Так и я, говорит, буду гимнаст. Гимнасту надо было хоть что-то мягкое подстелить. Это Артём. Выйди с ним, скажи, что сейчас я перезвоню. Он на столе. У меня что-то, я акробатов снимаю, я не могу это отвлекаться. Да, алло. Скажите алло, что через 3 минуты мы перезвоним. Так красиво барон показывал трюки, говорил попугай. Сейчас я перезвоню. Барон, ну я ж тебя снимала, что ты уже перестал? Ой, Арчи уже к барону. Арчи, ты уже не знаешь, кому приставать. Кити и Пипити уже теперь... О, уже барона любит. Ой, папа хороший, говорит. Пожалею. Мёткин, ты зря ко мне летал. Я снимаю барона. Барон там где-то вниз головой висит или как? По-разному. Барон, повернись ко мне лицом. Не мешай. Не мешай. Дело в том, что это колечко больше всех теперь любит барон. Ты заметил, Саша? Да, он что-то не слазит. Не слазит. Есть еще чай, который тоже любит. Да тут стоит кто-то что-то полюбить, сразу начинают все любить. Думают, наверное, хорошая штука. Грета, Грета, слезь уже оттуда. Грета. Постоянно она где-то на карнизах. Колечки снимают со штор. Научилась. Так, акробаты. Ладно, гимнасты. Это барон обучает Арчи. Арчи, да, барон учит жизни. Мне кажется, Арчи уже больше папа стал. Арчи, куда ты такой хвост отрастил? Ты же никуда не влазишь уже. Кто-то сказал мяу, да. В общем, у нас сегодня такая пара была. Такая пара. И вот лежал тут парень, смотрел на них и немножко устал смотреть на это безобразие и, кажется, уснул. Так, что это такое? Барон. Арчи, что за воспитание? Кто кого воспитывает? Слушайте. А красивый Арчи. Хотят
Да, хотят оба висеть, как будто больше не на чем. Одно кольцо в этом доме и все, да? Мне нравится, что Марсель даже глазом не моргнет. Ему ничего не мешает. Ой, такие крики. Так, не кричите, там же зрители, они могут оглохнуть. Да. Тихо, тихо разговаривайте. Молодцы, в общем, красавцы. Вот так они сегодня делили кольцо. Крутились, делили.